Город Ачинск провел крупнейшие за последние несколько лет спортивные соревнования – первенство Сибирского федерального округа по дзюдо. В них приняли участие свыше 500 спортсменов из разных регионов в возрасте до 18 лет. Данные соревнования являются отборочными к первенству России по дзюдо, которые состоятся в Новосибирске в ближайшее время. Ачинск принимает данные соревнования уже в третий раз. Лучших спортсменов по дзюдо здесь встречали в 2011, в 2012 и теперь спустя 4 года. Это является всероссийским мероприятием, всероссийского уровня, поэтому это очень важно, что Красноярский край имеет такую возможность принять такие соревнования такого уровня, и они являются еще отборочными. К первенству России, которое, как я уже и говорил, будет у нас состоится в середине февраля в городе Новосибирске.